ты уже нажал? Просто... Поэтому, я говорю, вы забегаете вперед, да? Программа, она специально так построена, чтобы как бы вникнуть, да, и потихонечку вы глубже будете все это понимать. Поэтому образование строится от общего к частному, да? И работа с телом также строится от общего к частному. От поверхностного... к более глубокому, так, ну сейчас вспомню, да, продолжу. В общем, куда вы попали, это вот, я говорю, вот эти вот, значок квадратный, да, это Академия телесно-ориентированных практик, сокращенно получается Альфа, это Академия телесно-ориентированных практик Альфа-ТОП. Вот, здесь, ну, преподаю я, не только я, там много специальностей всяких есть, разные тренеры, которые там обучают и хиджами, и банному парению, и обертыванию, и массажных техник, там только около 40 насчитывается. В общем, все по работе с телом. Причем так названо хитро. Телесно-ориентированных. Это тело имеется в виду не то, которое мы вот так можем пощупать, да? А это все тела, которые и астральное, и ментальное, да? То есть работа с мозгом, там, развитие памяти, внимания и так далее. И энергетические техники там же мы проходим. То есть астральное, казуальное, ментальное и все остальные тела, оболочки тела человека, аура вот этого, да, тоже мы с ней, ну, если желаете, то там еще энергетически поработаем на последнем занятии. С таким же названием, но значок другой, круглый вот такой вот, это у нас сеть салонов Альфа-ТОП, видно там, да? Ну, можешь повернуть, если хочешь. И, соответственно, есть еще один значок, это он такой, круглый, эмблема нашей ассоциации, это ассоциация специалистов. Потому что специалисты разные, вот вы, например, работаете, как говорится, с инвалидами, да? Кто-то там любит работать там, не знаю, со спортсменами, с беременными там только женщинами, да? Или с детьми. И, ну, и методы разные. Кто-то только иглы ставит, да, кто-то только руками, без аппаратов, без всяких. И, соответственно, разных специалистов я собираю и пиарю, так скажем, их. Вот так вот выглядит логотип. Он же и нашивка на это на одежду там, да, и на бейсболке. Извините, я не подготовился, бейсболок у меня нету сейчас. И он же, например, вот канал, видите, это от Академии обучающей, вот полуповелистые, видите. Если хочешь, можешь перевернуть. Ой. Вот мануальная терапия, это обучение массажу, там, не знаю, роликов, наверное, уже 500. Энергетические какие-то техники. Просто что-то там рассказываем. Это про систему УСИН, китайская, если знаете, да? Yeah. По пяти элементам. Ну, там точные массажи и так далее. Вот. Лечим спину. Это у меня такие рекомендации в домашних условиях, как можно самому себе там подправить что-нибудь. А потом есть канал. А, наверное, кстати, он здесь есть. Второй, это наша ассоциация. Так, сейчас. Вот, это отзывы. Кстати, в своей работе тоже рекомендую собирать отзывы. Вот после какого-то массажа доволен клиент, да, что-то он там рассказывает и рекомендует. И вот эти отзывы, они на другом канале, вот так он выглядит, да?
вот логотип кругленький. Mm-hmm. И, соответственно, здесь вот у нас есть разные специалисты. Это вот здравник, он, например, по ну, травмам и этими, по телу смотрит пятна, и по пятнам предсказывает и судьбу человека, и работу внутренних органов. Это вот два брата они. Ой, почему не ставится? Вот, это тоже наш ученик, массажист Сергей Иноземцев, Светлана Юсупова. Ну, у них там вот по сколько-то видео там сняли, 4-9 видео, там, да, 16 видео это я наснимал. Сработало. Вот. А, это, кстати, мой учитель, Алексей Цепилов. Он, правда, умер уже, царство небесное. Это Андрей Петров. Костоправ тоже в интернете, в ютубе такой популярный человек, видели, да? Ну, кстати, его методы для меня жестковаты. Uh-huh. Я бы сам... Он мне просил, он говорит, иди ко мне в руки, я не дал себя ему в руки. Ну, так только шею чуть-чуть покрутил. Не срабатывает. Так. Ну вот, и отзывы. Ну, тут в данном случае отзывы-то обо мне, да? Там еще есть плейлисты внизу, сейчас посмотрим, какие... Просто я вам рекомендую. А, казак Костоправ, знаете такого, да? Он на Украине тоже мой друг, ну, мы все дружим, мы все состоим в ассоциации Костоправов Украины. Вот, просто это вам на будущее. Ассоциация создана для чего? Для того, чтобы мы продвигали друг друга и помогали друг другу. Потому что одному тяжелее продвинуться, да, как-то, когда мы массово чем-то занимаемся, то, я думаю, это проще, потому что здесь к нему подключены... Будут и все рекомендации вы можете снять видео, да, видео. У меня, кстати, хорошо работает видео, честно признаюсь. Где я там только не в интернете не засветился, да, в Ютубе, в Гугле, там, ВКонтакте, больше всего это именно из Ютуба. И также клиент, то есть я даже не рекламирую себя, приходите там ко мне лечиться, да, я вам там спину почешу. Я просто обучающие ролики выкладываю, да, и я удивился, что, оказывается, еще и клиенты по ним тоже приходят. Так что не упускайте из виду, это, может быть, там, кому-то кажется, это слишком новомодные идеи, да, но на самом деле без этого сейчас уже никуда. Сейчас уже везде интернет, и видео, оно рулит, потому что с каждым днем, с каждым годом все больше и больше видео выкладывается в интернет. В Одноклассники, в Инстаграме, в ТикТоке. Сейчас везде работает видео. Поэтому заранее снимайте на любые темы. У кого-то взяли интервью, да, где-то там что-то попробовали, кому-то что-то порекомендовали сделать, да, ну, там, допустим, в домашних условиях, да. Отзывы от клиентов, опять же. Куда-то там поехали, что-то новое узнали там, из поездки, например. Да? В общем, чем больше, тем лучше. И если надо вам, я создам канал для вас. В смысле, на канале плейлист, это плейлисты вот эти, да. Где там будет история про вас рассказываться, это хорошо продвигает. Кстати, вот тот вот здравник, который был вверху, вот очень странно, у него буквально один всего ролик, может, это случайно получилось? Я попал. Ну ладно, ну помнишь такой, да, в черном стоял? У него вот это видео сработало, пришли клиенты, именно по одному видео, хотя методика непонятная вообще, что он делает. Он как-то изучает какие-то пятнышки на теле человека, что-то какие-то эзотерическими терминами рассуждает. Ну, для меня, по крайней мере, это немножко странно немножко кажется, да? Такой способ поиска клиента. Вот, потом с этим же логотипом у нас есть группа в социальных сетях во всех. Опять же, развиваем Инстаграм. Опять же, есть раздаточные материалы. Если надо для открытия своих салонов, вот эти салоны, это получается франшиза. Слово франшиза, знаете, что такое, да? Вот, то есть под одним брендом можно открывать салоны, и там, соответственно, у нас единый сайт, единые акции, скидки там и так далее, ну и раздаточные материалы. Раздаточные материалы тоже немаловажно, потому что это многое все, что я уже говорил, да, от футболок там до листовок, рекламы. Там флаеры всякие, там визитки и так далее. Там целый набор. Вывески над дверями. Поэтому вот получается, салон может быть такой, где вы работаете на проценте, или кто-то у вас работает на проценте, да? Можно этот салон
франшиза, да, развить так, что это будет много кабинетов. Где-то бальнеологические, там ванны находятся, где-то там прессотерапия, где-то косметология, да, где-то там просто чисто массаж. А с массажа, кстати, вот к вам как к мануальному терапевту могут люди заходить. То есть вы работаете вдвоем, да, один разогревает тело человека, потом передает вам специалисту, вы уже конкретно направите. Ну, кто, вот так, кстати, работает Виталий Казакевич. Вот, это как бы франшиза. В общем, сейчас интернет, он как бы для всего, да? Но с другой стороны, он превращается, честно говоря, в помойку. Потому что все друг у друга копируют, куда действительно, вот когда что-то нужно конкретно найти, прям вот конкретный вопрос, да, иногда просто не найдешь. Листаешь, ну, обычно там в поисковике, в Яндексе, например, да, обычно мы одну страничку пользуемся, да, ну, сразу там, информацию находим. А иной раз приходится искать там до 20-й, до 50-й страницы, доходишь, и как бы вот нет информации. И я тогда понял, что на самом деле все складывается из пазла, который состоит из трех буквально вот таких вот треугольников. Неровно чуть нарисовал. В котором мы отвечаем на вопрос, что это, что мы делаем, да? То есть какие процедуры мы проводим человеку, да? Может быть, ему надо перед массажем сделать кедровую бочку. Ну, так, к слову скажу, да? Потом, как мы это делаем, да? Это больше относится к постановке себя как мастер. То есть я мастер, я могу, я делаю, да? Работаете ли вы где-то на процент, то есть на кого-то, либо вы сами организуете бизнес, где на вас работают на процент, да? Либо вы сами по себе, ну, самозанятый, так условно говоря, да? Либо вы работаете по выезду, там, например, у нас в Москве любят массажисты летом уезжать в Крым и, ну, в общем, в Краснодарский край, к морю, и там на пляже там работают, да? То есть вот как-то вот так вот. Кто-то работает вот именно, например, с беременными, да? То есть вот как-то, ну, это, кстати, вопрос уже, где? Где работаете, да? Дома. Я, например, дома работаю. У меня были салоны, сейчас они закрылись. Сейчас работаю дома. Но потом буду тоже открывать. Так что, получается, вот мы ходим по кругу, да, и отвечаем сами на эти вопросы. А если я работаю, допустим, по поводу реабилитации больных, да, там, может быть, после аварии там, или травм, да, то мне нужны какие-то дополнительные знания. Опять, что я буду с ними делать, да, спрашивается. Может быть, там внутренний массаж органов, может быть, там что-то еще, какие-то приборы будем применять. И, соответственно, вот так вот мы ходим по кругу и постоянно отвечаем на эти вопросы. Получается, что на вопрос «что?» отвечает вот эта наша академия. На вопрос «как себя применять?» это по большей части маркетинговые ходы всякие, да? Какие визитки давать, здесь распространять информацию о себе, как ее формулировать, потому что есть, например, storyteller. Такие не слышали техники? Это, ну, дословно переводится рассказывание истории о себе. Вот, они записываются, и вы ведете блог, например, да. Ну, или даже не блог, просто свою страничку ВКонтакте, например. Вот, об этом как бы я вот собираюсь рассказывать в этой в ассоциации, да, это для тех, кто в ассоциации находится. Чтобы мы продвигали друг друга. Ассоциация. Ну и, соответственно, сам салон получается. То есть это где работать? Это салоны, где можно вас пиарить, трудоустроить, или там вы сами выкупаете франшизу, да, и сами уже развиваете, как это все как бизнес, да? Ну и, соответственно, вот получается, все замыкается на этих вот трех частях. Это самодостаточная система. И также в обратную сторону, да, вы думаете, где я буду работать и с кем я буду работать, да, тогда как я себя буду продвигать именно для этих клиентов. И также в обратную сторону все это замыкается.
почти система УСИН, но тут не 5 элементов, а 3. Еще упрощение упростил. Да? Но вот чем проще, тем лучше, как говорится. Да? Тем, все гениально просто. Я когда эту систему нашел, у меня она же похожа на кристалл, как бы, да, такой получается. У меня такой внутренний, как бы, темная личность такая. Это моя прелесть, никому ее не дам, никому не показывай ее. А другая хорошая моя сторона, она такая вышла вперед и говорит, нет, надо людям дать знания, надо нести просвещение вперед, в массы. И многое я делаю бесплатно, да, и там вот вы видели, все в интернете выкладываю бесплатно практически. Вот, и соответственно мы сейчас будем проходить первые 5 дней, это специальный мануальный массаж. Давайте, наверное, сверху нарисую. Он построен на классическом массаже. Классический массаж русский считается. Вот. Не тот древнерусский, да, а советский, так скажем, да. Он какие-то там 40-е годы появился. Ну, может, кто-то слышал историю, да? С какой-то такой кавказской фамилией. Саркози, что ли, забыл. Советское времен, советская школа. Он разработал вот эти вот техники. И, как правило, они оказались самые правильные по поводу объяснения лимфотока, кровообращения человека, да, перистальтики кишечника и так далее. Потому что, например, школы делятся, есть как бы западная школа, они больше шведские массажи делают. Ну, у них там как бы вот, скандинавское направление, так скажем. Да. Они почему-то начинают с руки, причем с правой руки. Делать. У них как-то вот это вот объясняется именно с пальцев рук. Восточные техники обычно, там тайские, китайские всякие, они начинаются с пальцев ног делать. С пальцев ног идут вверх по всему телу. Где-то какие техники есть, говорят, с головы надо начинать делать, да? У нас все по-другому, у нас начинается с области сердца, то есть с левой части тела, с корпуса. Вот, как бы мы до этого еще дойдем, да? Но классический массаж, он отличается тем, что, давайте напишу классика. У него вот время всего массажа, который идет, да, тайм, ну сеанс, 30, час идет, это вот, примерно, да, где-то процентов чуть ли не 80. Это растирание. То есть это согревающие техники, да? А остальные там процентов 20. Это разминание. Мануальный массаж. Примерно растирание занимает процентов 20, потом процентов 60 это разминание, причем глубокие. Сколько там остается? Процентов 20, да, вот 15 получается из них. Это всякие вибрационные техники, ну, к которым относятся и постукивание, и поколачивание в том числе, да. И процентов 5 это, ну, так называем, точечные техники. Имеется в виду, что именно точки жмем, да?
а может работаем с какой-то конкретной зоной. Это может быть релизинг мы делаем, да, или миофасциальные там выжимки какие-то, или выглаживание фасции, то есть конкретно какой-то зоной надо подольше, поглубже проработать. Вот, вот это вот мы сейчас все будем изучать. Опять же, от общего к частному, от поверхностного к более глубокому. Что-то я там хотел еще сказать. Ну, как правило, у нас даже при растирании руки работают друг против друга. Ну, например, одна рука подает ткань, да, другая ее разминает. Одна трет в ту сторону, другая вот в сторону. Да, и таким образом происходит вот этот вот эффект. Так, что из общего? Ну, естественно, в нашей школе все отличается от других школ в основном тем, что у нас максимум практики, минимум теории, чтобы не нагружать человека. Ну, например, кстати, вот Андрей Петров ведет подобные тренинги, если помните, да, вот я показывал что фотографию. У него там месяц длится, но там вот больше как бы получается теория. Он делает, кстати, все на полу, на коленях там получается не работает. У нас тоже будут некоторые техники на полу. Так, поэтому программа насыщенная. Если что, я буду там еще дополнительно зарисовывать. Ну, как бы для расшифровки, с графическим отображением, то, что мы делаем, да? А сейчас мы, наверное, уже небольшая пауза, там, 5-10 минут, и будем приступать. Разбейтесь, кто будет... отрабатываем друг на друга, естественно, все. Так что, кто будет лежать на столе, если просто не брали с собой, да? Ну, можно включать, потому что мы переходим к практике.